4 марта 2020 года состоялось торжественное открытие салона «Интерьерные решения Ариста» в ТЦ «Домер» по адресу город Красноярск, улица 19 мая, 79. «Интерьерные решения Ариста» — это второй салон нашего партнера Панасенко Инны Андреевны. Директором салона в ТЦ «Домер» является Панасенко Игорь Эдуардович. Мероприятие посетили представители Ариста Плискин Юрий, руководитель проекта развития розничных продаж Ариста, Дегтярева Алина Валерьевна, директор представительства ТМ Ариста город Новосибирск, и Исинг Олеся, региональный представитель ТМ Ариста по СФО. Все отметили объем проделанной работы и высокое качество оформления. На открытии выступала приглашенная гостья из Москвы, архитектор Анна Медлева, руководитель бюро «Архитектурная политика» и главный архитектор ВДНХ. Мероприятие стало масштабной дизайнерской площадкой, где более 40 дизайнеров смогли встретиться и поделиться опытом, а также взять на заметку стильные решения Ариста. Открытие прошло в дружелюбной и позитивной обстановке. Гости мероприятия были приглашены на фуршет и подробную экскурсию по салону от директора Панасенко Игоря Эдуардовича. В завершении торжества прошел розыгрыш подарков, купоны на скидку от партнеров, предметы интерьера и главный приз – кофемашина. Желаем нашим партнерам и их новому салону продуктивной работы и творческих свершений.